Луна покатилась. В Китае интернет-пользователи превратили в мем огромный шар в виде Луны. Она катилась по улицам города Фуджоу. Смотрите, то по оживленному шоссе, то прямо на людей. Разные видео с надувным спутником Земли попали в интернет и набрали вирусную популярность. Пользователи с помощью фоторедактора что только не сделали с этой луной. То она плачет, то она в ярости, даже пьяно ее окрестили. Ну а был этот шар частью инсталляции к празднику середины осени. Однако из-за приближающегося тайфуна службы города хотели его демонтировать, но не удержали. Вот она и покатилась по улицам. Пешеходы и водители от шара не пострадали, разве что повеселились. А вот куда укатился символ праздника, неизвестно.